Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, выставляем сегодня капсулу времени. Это Motorola V3i, пришла она от Рихардса, очень в хорошем качестве, и в нем есть русский язык. Смотрите, это Motorola V3i, очень красиво по дизайну, значок Motorola светится. У него два дисплея, один на спереди, тоже цветной, и один внутренний. Все резиночки присутствуют. Смотрите, он бывает с бордовыми, бывает с синими. Вот у меня с синими вот этими вставками. Она идет здесь, и она идет, ее видно на динамике. Очень красиво. И вот здесь это как сеточка динамика. Очень даже прикольно смотрится. Кнопки все работают, камера работает. Сейчас я вам все продемонстрирую. Но неудобно одно, что вот эта камера постоянно залапывается рукой. Так, идет новая аккумуляторная батарея, я чуть-чуть подзарядил. Имеет, смотрите, красивую свою голубую фирменную подсветку. Датчик освещения срабатывает, смотрите, сейчас раз, проходит несколько секунд, и телефон включает свою подсветку. Бенч, пожалуйста, вот она голубая красивая подсветка. Так, ну что, ребята, я выставил время, снимаю вам ночью, смотрите, не знаю, будете, наверное, или утром, или ночью, кто как, кому кто ночью, спокойной ночи, доброго вечера, кто будет смотреть утром, хорошего дня и доброе утро. Так, ребята, больше дела, меньше ля-ля, погнали. Значит, первое, справочник, здесь у нас будут располагаться наши абоненты, которым мы будем звонить, но у нас телефон чистый, я все почистил. Назад, выход. Далее, последние вызова. Входящие, исходящие, блокнот последних номеров, таймер вызова. Смотрите, телефон, если не врет, наговорено 280 часов 0,7 минут. Это вот его, как будем говорить, лайфтаймер, как в Нокиях. Дальше. Следующее, здесь у нас письма. Я с дуру все поудалял, и там были, которые на... симки, короче, все поудалял. Видите, чисто нулевой. Дальше. Здесь у нас есть выход в интернет, запуск браузера. Телефон поддерживает Java-приложение. Поэтому можно будет играть в игрушки. Вот сюда мы сейчас заходим. Java-приложение. Слава богу, хозяин старый не поудалял. Смотрите, есть какая-то там солитер. Это, по-моему, карты. Аудио-видеоплеер. Asterix. Не знаю, ребят, что это за игры. Давайте посмотрим, потому что на моторолах я не сильно силен в игрухах. Давайте смотреть вместе. Громкость шикарнейшая. 2006 год, прикиньте, игры. Астерикс, викинги. Do you want to create a new game? Yes. Пока докумекаешь. Что он хочет от тебя? Цвет внутри матово-черный. Ну, такой чувачело ходит. Короче, я так понимаю, что-то ходилка, бродилка, стрелялка, собиралка, я так понимаю. И вот он еще дерется, по-моему, да? Бьет хук. Вот, чувак какой-то идет. Сейчас мы ему наваляем. Вот так, улетел. Ну, прикольная игруха. Можно, кстати, поиграть. Так, дальше. Есть у нас инструменты. У нас есть калькулятор. Очень удобно. Циферблат. А вот эта крутилка, это вот это. Плюс, например, какая-то там сумма. И равно, я так понимаю, посередине. Пожалуйста, все работает. Сразу выход, выскочили. Есть у нас календарь. На каждый день можно сделать какое-то новое дело, поставить уведомление. И он будет пиликать. Далее, метки. Диктофон. Дальше. Будильник. Дальше. Служба вызовов. Так. Инфоторазваг. Это киевстаровская примочка. Извините, снимаю поздно ночью, поэтому язык уже подбуксовывает от усталости.
Дальше мультимедиа. Что у нас? У нас есть темы. Три темы. Стандартная мото, Scarlett и Silver. И заставка темы с... Короче, заставка дисплея с темы. Их можно будет менять. Картинок очень много. Вот у нас есть фотоаппарат. Сейчас мы попробуем с вами, ребята, сфотать. Вот последняя Nokia, что я получал. Ну и, кстати, смотрите, мыльница хорошо снимает. Ну, нормал. Недостаточно памяти для хранения. Надо будет что-то поудалять. Ладно. Так. Или поставить карту памяти. Но я поставил 1 гиг. А, вот что хотел сказать. Если будете 512 мегабайт, больше он не тянет. 1 гигабайт уже все. Вот у меня остались только гиговые, 2 и 32. Ни одно не тянет. Надо, короче говоря, как в старых Nokia, 512 это самое то, что будет. Далее. И вот смотрите, какие красивые картины. Очень есть анимированные, есть неанимированные. Картинок, кстати, напихали в него очень много. Теперь я понимаю, почему старые хозяева просто удаляли, если не пользовались картой памяти, удаляли вот эти вот картинки красивейшие, для того, чтобы можно было сфоткать, поставить какую-то картинку там, понимаете? Их очень много, и, кстати, их можно поставить будет на заставку вашего экрана. Короче, разберетесь. Дальше. У нас есть видео, у нас есть видеоклипы. Ага, Move On Up, я не знаю, что это, Essence. Давайте посмотрим. Я не знаю, что это, поэтому не хочу даже, чтобы меня не забанили. Essence какой-то. Ну, красивый. Клипы тянет. Все отлично. Дальше. Здесь у нас есть... Так, давайте зайдем теперь посмотрим, что у нас по мелодиям. Смотрите, а, понятно. Смотрите, ребята, вот где стоят ключики, это родные темы. Вот это вот все, это закачанные клиентом. Поэтому, скорее всего, Лига Чемпионов, не знаю, что это такое, удалить. Сейчас мы попробуем. Если мы удалим, потому что, скорее всего, это MP3, понимаете? Вот, все, отлично. И давайте послушаем. А, телефон зверь. Это стандартная мелодия Nokia. Ну, кстати, они отличаются от V3. V3i уже идут поинтереснее. А теперь смотрите. А теперь мы сейчас выйдем с этого. И попробуем что-то сфоткать, ребят. Я чувствую, что нам хватит памяти, потому что мы удалили несколько мелодий. Это я уже начинаю вспоминать, когда мы пользовались и не хватало памяти. А ну, что он запоет? Все равно недостаточно. Ну, короче, надо почистить, посмотреть, где он, у него что хранится, и просто почистить память. Так, погнали. Дальше. Есть у нас подключение по USB-синхронизация. По блютузу и какая-то еще синхронизация, я не знаю, что это такое. Это, скорее всего, кабель, а это синхронизация, наверное, или с компьютером, или с телефоном. Дальше. Следующая графа, это у нас личные настройки. Параметры рабочего стола. Вот здесь горячие клавиши настраиваются. Главное меню, иконки, вид, или по-другому сделать. Далее, настройка голосового набора. Ух ты, класс. Можно набирать цифры, адаптировать, чтобы они, если плохо видящий человек, приветствие сделать, фон рабочего стола. Так, далее, стиль оповещения. На улице стоит самый громкий. Дальше, переадресация, настройка вызовов и основная настройка. Ну, тут я настраивал время, дата. Дисплей светится 20 секунд. Язык, меню, смотрите, есть английский. Ну, самые основные, видите, они сделали. Английский, немецкий, русский и украинский есть. Отлично. Так, отмена. И теперь яркость дисплея. Кстати, она регулируется. Смотрите, ребята, это очень зергут, как говорят немцы. Да, без проблем. Все, давайте теперь попробуем позвонить. Качеля громкости у нас находится при звонке с левой стороны. Так, мы вот так делаем. И регулируем громкость. Слушаем. И вот есть громкая связь.
Отлично. Так, и проверка баланса. Все на рахунку 0,00. И вот теперь делаем чпоньк. И теперь вся информация у нас на большом дисплее. Смотрите, он светится. И вот эта вот синенькая Motorola, красиво, когда играет, будет светиться в темноте. Вы всегда его сможете найти. Цвет граффити. Вот это алюминиевая, остальное пластик. И задняя крышка тоже алюминиевая. Смотрите, состояние дисплея. Состояние клавиш. Сейчас я сделаю резкость. Смотрите, ребят. Ну, я думаю, довольны. Все резинки родные. Телефон не угробленный. Так, тут яркость надо чуть-чуть прикрутить. Вот так. Ну, вот так наша лялька выглядит. Хромяшки все на месте. Вот дисплей потух. Смотрите, царапин нет. Отлично. Все, ребята, так что если вам нравится данный телефон, отправка в любой город после полной оплаты. Удачных покупок. В конце видео сможете посмотреть фотографии. По комплекту вы получаете телефон и новую аккумуляторную батарею. Сейчас я вам покажу, чтобы не быть голословным. Новые батарейки я покупал. Не знаю, оригинал, не оригинал, но вроде держит хорошо. Вот стоит 1 гигабайт, но он ее просто не видит. На 512 залез в интернет перед видео, думаю, почитай, начал подбирать, что эти телефоны до 512 мегабайтов видели. Больше 512 он их просто не видит. Так что удачных покупок. Всем пока-пока.